говорить? Это моя личная история, поэтому я говорю как робот. Больше 30 лет. Все. 1, 2, 3, 4, 5. Это история личная, про которую я хотел высказаться. Запись пошла. Режиссер фильма. И еще раз, простите. Надо прям по центру вашу голову. Без стопа. Меня зовут Нурлан Анарбаев. Я режиссер фильма «Жалгыздык». Это моя личная история. Ну, для меня это больше всего терапия. Искал разные моменты, разные способы, чтобы отвлечься. Но ничего не получалось. Я задумал тогда, что надо что-то создать. Это благодарность. Это память. Мы часто забываем о фундаментальных ценностях. О самом главном. И мне повезло, что я чувствовал эту любовь. Я был в моменте, когда мы проводили с мамой очень много времени. Я очень благодарен всей съемочной бригаде за то, что позволили. Хорошая возможность для того, чтобы сказать людям, показать людям. Сидите. Те моменты, когда любимые люди рядом. Спасибо.